Итак, друзья, мы с вами открываем мотор Хидея 3. Вот наш моторчик. Мотор уложен в коробочку пенопластовую. ЧК безопасности, документы, набор ключей и запасная шворочка у нас. Вот она с ручкой. Да, шплинтик и две прокладочки. Ключи у нас свечной ключ с ручкой гнутой и отверточка. Она же плоская, она же крестовая. Она меняется в ручке, достается, переворачивается. То есть и в зависимости от ваших потребностей. Да, а теперь мы с вами посмотрим первый запуск мотора.